Друзья, всем привет! У нас уже весна на дворе. Делаю небольшой отчет о снегоходе Promax 700 серии. В этом году я как бы не часто ездил. Наверное, раз 5-6 был всего лишь на выезде. Немножко здоровье подвело. Вот, сейчас его выгнал. Надо будет в другое место перевести. Сам аппарат вообще меня полностью удовлетворил за два сезона. Два сезона на нем катался. Прошлый сезон много катался. Можете посмотреть у меня на канале. Тестировал его по глубокому снегу. Старался не заезжать в полынью, чтобы не застрять. Ну да, он было такое, что он может застрять. Потом замерзают гусянки. Потом будет проблематично все отдалбливать там снизу лед. Вот, в целом аппарат достойный. Показал за два сезона себя неплохо. Поломок не было. Побежал он. Сейчас посмотрим, сколько. Ну, 323 километра всего пробежал. И вообще проблем не было. Единственное, что перед каждым сезоном менял свечку. И все. Ну и один был, я рассказывал, одна проблемка была. Мне по гарантии поменяли, вот каток потерял. Но он ехал. Короче, где-то потерял каточек. Приехал, не сразу заметил, приехал, сказал, вот такая проблема. Мне, короче, по гарантии поменяли. Гарантия еще действует. Вот. Кофр тоже хороший, вместительный, нормально. Немножко замки тут подкорректировал, они это самое. Ну, собачка немножко тут разъезжалась, потом сделал. Вот. Сам под сидушкой багажник вполне достойный, тоже вместительный. Сейчас открою. Вот. Сюда куча всего может залезть. Там посуда, чайники, шмотки, там палатку можно, спальник положить. Короче, такой багажник. Запускается неплохо, но единственное, что за зиму, если долго стоит, аккумулятор подсаживается. Надо его подзаряжать. Ну, можно не заряжать, можно просто запустить с ручного стартера. Вот, а так, если аккумулятор заряжен, он нормально запускается. Сейчас попробую, вот сейчас только что выгнал. Попробуем завести. Ага, сел. Сел аккумулятор. Не дозарядил его. Так. Одной рукой неудобно. Ну, блин, с камерой тут не заведешь его одной рукой. Вот, почти. Надо просто резко газовать. Не получается. Сейчас запущу, одной рукой неудобно. Ну вот буквально за секунду завел, просто надо было подгазовать. Вот. А так он заводится махом резко. Вот. Ну, с ручного стартера. Сейчас буду загонять в прицеп, отвозить в другое место, чтобы мне в гараже освободить было место. Тут лодка будет стоять, надо будет лодку загнать уже. К сезону готовиться, к летнему. Вот, а так на прошлом снегоходе у меня вот это отрывалось. Сейчас я вот заглушу. Вот это ручной стартер отрывался у меня на прошлом. На этом, в этот сезон я оторвался. Что здесь вот этот угол, когда вот садишься, надо руль выворачивать, и когда дергаешь с такого положения, об этот угол перетирается веревка, приходится вот так вот дергать. По ходовой вообще все нормально, ничего не это не сломалось, шаровые там не отвалились. Лыжи классные, кстати, вот широкие, если будете брать, то надо с такими широкими брать, чтобы он особо не провалился
сугробы. Ну, было по пояс сугробов, он идет. Вот, вдвоем шли. Вот. То есть не полностью загружен он был. Ну, как бы так, друзья. Сезон, можно сказать, закрыл. Буду готовиться к другому сезону. Сейчас уже апрель, 22 апреля. Скоро у нас река пойдет. Обь. Ждем охоту, ждем весновку, рыбалку. В общем, все как у всех людей. Все готовятся у нас. Все мои друзья, знакомые. Вот, так что до новых встреч. Всем пока.